Доброго всем! В ремонт поступила головка блока цилиндров Volkswagen LT. По утверждению клиента, на двигателе перескочила цепь, произошел удар, вырвало распредвал из постели. В результате нет резьб в головке под шпильки крепления бугелей. Один бугель и вовсе развалился пополам. Будем все это дело восстанавливать. Поставили головку на станок. Взяли координаты. Для восстановления оборванных резьб используем вот такой набор. В нем есть сверла, метчики и другие приспособления для основных резьб. Ну и сами спирали пружины. Рассверливаем и накручиваем резьбу инструментами из этого набора. Закручиваем пружинку на глубину, ориентируясь по целой резьбе. К сожалению, клиент не смог найти новый или БУ бугель вместо сломанного. Будем точить его сами. Из болванки подходящего размера отрезаем заготовку необходимой толщины. Ну вот как-то так. Приступаем к работе. Сперва воссоздаем контур будущего бугеля. Зажимаем заготовку в поворотном столе глобусе. Выставляем горизонт. Отрезаем лишний сегмент, естественно, с запасом. Теперь выставляем полученную заготовку в песках и фрезеруем рабочую поверхность. Далее размечаем и сверлим отверстия под шпильки. Проверим, как садится шпилька. Теперь фрезой предварительно выберем посадочную шейку. Не озвучивая размеры, думаю, в этом нет смысла, да и перегружать цифровыми данными не хочется. Переворачиваем, выставляем обратную сторону бугеля, делаем площадки под центральную резьбу и под шпильки. Придаем цилиндрическую форму верхушке бугеля, периодически контролируем размер. Центрируем будущее отверстие и высверливаем его требуемым диаметром под будущую резьбу. После всего этого накручиваем саму резьбу. Теперь нам нужно повторить занижение отверстий под шпильки. Рассверлим занижение и под гайки. Теперь в конечной обработке придаем боковую форму бугелю.
Вот что у нас получилось. Примеряем бугель на постели. Мы видим, что Виталий оставил припуск по диаметру на росточку постели под распредвал. И вот так выглядит головка после окончательного ремонта и восстановления постели. А у нас на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.